Приветствую вас на моем канале, меня зовут Лилия Донскова, и сегодня у нас обзор аксессуаров. Мы плавно переходим из зимы в весну и лето, и Oriflame третий каталог радует нас новой коллекцией. Я буду показывать по очереди все, что мне вот больше нравится, и чтобы сложилось у вас впечатление правильно, что вам для себя заказать, то что больше подойдет вам, а что может быть и не стоит заказывать. Мне очень нравится комплектик, который состоит такой прям весенний, летний, из цепочки и гвоздиков. Сейчас я хвост уберу свой лохматый. Цепочка вся пронизана кристаллами и жемчужинами, и точно такие же кристаллы и жемчужины повторяются на сережках гвоздиках. Мне нравится то, что они нежного такого приятного цвета, розовый, золотистый, мятный, и жемчужинка, как изюминка, просто подчеркивает такую вот нежность и красоту этого наборчика. Мне он очень понравился, такой динамичный, нежный, прям от него летом уже пахнет просто. Супер набор, легкий-легкий, вот они просто невесомые, эти украшения. Давайте более такой тяжелый набор посмотрим, в золотистом цвете, то есть это металл под золото, ожерелье чоппер, и на концах у него две жемчужины, то есть жемчужина золотистая и шарик, то есть шарик золотистый и жемчужина. Все, я запалтываюсь. Жемчужина более крупная, чем шарик золотого цвета, очень удобно сидит на шее. У меня, кстати, есть такое же ожерелье, оно было в серебристых оттенках и было две жемчужины по краям. Сейчас более интересно, я в принципе золото люблю больше, чем серебро. Также в этом комплекте есть браслет, смотрите, как здорово сделали, есть пружинка, и это более удобно одеть браслет себе на руку. Так, ну для меня он как обычно великоват, но тем не менее, кстати, можно носить, он не упадет точно, достаточно красиво смотрится на руке. Есть также кольца, их целых 4 кольца, и их нужно носить на разных пальцах. Некоторые из них идут с одной стороны как на ожерелье, один шарик золотой, другой жемчужный, а одно есть только с золотыми шариками. Ой, кстати, оно мне великовато. Но то, что удобно, их можно зажать, потому что колечки не замкнутые. Так, не буду все одевать, или все одену. Знаете, что это будет напоминать? Кастет. То есть для самообороны. Это колечки для самообороны. И есть серьги, серьги-кольца. Я в принципе очень люблю серьги-кольца, но эти мне кажутся такими массивными и перегруженными жемчужинами. То есть жемчужины, здесь их 7 штук, как дракончики. Сейчас попробую одеть. Застежка, в общем-то, обычная такая, удобная. Одну одену. Но на самом деле я себя уже чувствую новогодней елкой. То есть можно было елку не наряжать на Новый год, а меня поставить во всех этих украшениях, и будет праздник. Так, вот одно, второе не буду одевать. Очень много всего, и как-то чувствую себя неуютно, некомфортно. То есть если что-то брать из этого набора, то брать что-то либо серьги, например, и кольца, или серьги и браслет, либо ожерелье и колечки. Ну, этого всего очень много, но вы, конечно, смотрите на свой вкус, потому что кому-то, может быть, именно такое вот и нравится, когда всего много, ярко и нарядно. И однозначно этот набор не на каждый день, не на повседневную носку, а скорее всего это такой праздничный вариант. Так, очень удобный браслет, потому что он такой распахивающийся. Так, следующее украшение, оно мне почему-то напомнила как ручка для сумки, очень массивная и крупная, сочетание интересного пластика легкого и золотой цепочки. Попробуем, как это будет смотреться в деле. То есть у нас есть карабин, и мы его просто сейчас зацепим на последнюю, как раз на последнее звено. Можно носить так, так, можно вот так перекидывать, но смотрится, мне кажется, достаточно эффектно. В этом комплекте есть также серьги из 3 звеньев, и последняя как раз легкая
мятного цвета, как и на ожерелье. Конечно, это смотрится достаточно эффектно, однозначно никто не останется незамеченным в таких украшениях, но я считаю, что все-таки этот цвет он обязывает подобрать какую-то одежду, и то, что ожерелье такое массивное, громоздкое, тоже это не однозначно должен быть какой-то платье, какой-то наряд тоже элегантный, такой серьезный, то есть это однозначно не спортивный вариант. Ну, мне нравится, на самом деле я бы такое одела однозначно, это интересно, оригинально, но вот это, мне кажется, очень тяжелая штучка, она прям чувствуется, как по ключице стукнет. Тогда так, следующее, здесь я нашла только серьги с очень интересной застежкой, с которой я так и не разобралась, как ей пользоваться, то есть серьги с подвесами. И подвесы можно снимать, то есть подвесы в виде металлических шариков смотрятся очень ярко, тоже такой прям праздничный вариант сережек, но мне не совсем понятно, как они расстегиваются. А, разобралась, просто нужно было чуть вверх поднять как это называется, то самое место, которое вставляется в дырочку в ухе, душка. То есть душку нужно было просто вынуть из замочка, так сказать, но это очень неудобно, на мой взгляд. Ну ладно, может быть, вы разберетесь, вам это понравится. Я показываю, что можно снять с колечка вот этот подвес и носить колечко отдельно просто на ушки, тогда это уже будет для повседневной носки. И еще маленький наборчик из трех пар гвоздиков, одни в виде узелочка маленького золотистого, по кругу кристаллы на вторых, и третье — это кристаллы, которые обрамляют яркую белую жемчужину. Красивые, классные сережечки, которые, я думаю, будут пользоваться огромной популярностью, особенно у юных девушек. Дальше, так, что мне еще понравилось, очень необычное ожерелье, такие акриловые, скорее всего это акрил, акриловые цветы, очень массивные, крупные, необычные. Я сейчас попробую сразу примерить это ожерелье. Когда я посмотрела на картинки, мне на самом деле вообще не понравилось, потому что мне кажется, модель в каталоге не очень соответствует образу, который просится сюда, то есть мне кажется, здесь должен быть какой-то воздушный легкий блузон или платье нежное очень, и серьги, вот серьги мне очень понравились, то есть если ожерелье мне кажется очень массивным, таким неожиданным, то серьги, вот эта абстракция, такой цветок пятилапый, один лепесточек у нас как будто отдельный, и он крепится к общему цветку, еще сердцевинка у цветка — это шарик, усыпанный жемчугом, вот это мне очень-очень понравилось, хочется прям примерить, я с удовольствием примерю, и может быть даже я в них останусь, потому что остались какие-то еще коробочки с украшениями, хочется быть какой-то нарядной. Серьги не очень нравятся, мне интересно ваше мнение. Однозначно мне очень понравился набор номер один, который я показывала, с кристаллами нежного цвета, которые рассыпаны по цепочке, просто это так здорово смотрится, легко, нежно, в комплект с жемчужинами, с крупными, это конечно вау. Однозначно ожерелье, я если бы взяла, я бы использовала его часто. Вот такие вот серьги, слушайте, это класс, я обожаю такие вот абстрактные объемные сережки, очень хочу такие, и летом я думаю, что они будут прекрасны. Они легкие, несмотря на то, что смотрятся массивными такими большими, на самом деле они легенькие, то есть они просто шуршат чуть-чуть, но по весу я их не ощущаю, это очень приятно, они просто болтыхаются из-за того, что большие. Так, что еще мы с вами посмотрим. Так, вот такой коробочки, цепочка, все здесь так упрятано, сейчас мы все разберем, достанем, цепочка и еще браслетик, наверное. Угу. Так, сейчас посмотрим. На цепочке 4
подвесика маленьких, они несъемные, разных цветов, тоже цвета очень нежные: фиолетовый, розовый, такой бежевый и с легким оливковым оттенком. И браслетик, то есть тоненький маленький браслетик просто золотистого цвета, такое маленькое нежное ожерелье для девушки, юной девушки. Так, что в этой коробочке такого мятного цвета? Коробка. Из нее мы извлекаем еще одну коробку, а здесь, вау, да, 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 здесь у нас подвесы разнообразной формы: шарики, пчелки, розочка, перышки. Кстати, мне это украшение сразу понравилось еще в каталоге, заинтересовало, что это такое. Тут есть у нас, значит, серьги, цепочки, есть инструкция. Сейчас мы разберемся, как это носить. Так, сейчас будем разбираться, как это носить. Но для того, чтобы вам это все показать, я, пожалуй, сниму это ожерелье, потому что нужно будет смотреть все в деле. Так, готово. Итак, я разобралась. У нас получается в комплекте две цепочки, одна более короткая под шею, вторая более длинная, и у них совершенно разное плетение. На каждой цепочке по три подвеса, и их можно все снять, абсолютно все, и переставить куда вы хотите. Можно на сережки, здесь в комплекте представлены серьги, колечки, то есть можно любой подвес повесить на одну, один на другую, другой, или оставить подвес только на одной стороне. И есть также дополнительные цепочки с карабинчиками, на которые тоже можно прикрепить эти подвесики, и вы можете их прикреплять куда угодно, в принципе, потому что карабины достаточно крупные, и можно на любую цепочку, на любые серьги, то есть подвесить. Это очень прикольная идея, я думаю, что многие девушки бы захотели такой комплектик иметь себе, как в гардеробе. Давайте оденем на шею, хочу посмотреть, как это будет выглядеть в деле. Я так предполагаю, что цепочки можно носить как поврось, так и вместе. Вместе, конечно, это более уже объемно, оригинально, рассматривать прям можно долго, до бесконечности. Так, пытаюсь поймать колечко у цепочки, мне не очень удобно сейчас, оно такое маленькое. Так, все, кажется, мне получилось. Нет, до этого получалось быстро. Все, так, второе, находим колечко, расцепляем. Такие они миленькие, эти подвесики разнообразные. Так, то есть это смотрится так вот, если две сразу цепочки одеть, можно поврось, одну другую, классно. И то же самое с сережки, они такие маленькие колечки, сейчас уберу отвлекающие белые серьги, маленькие колечки, на которые можно повесить любой подвесик, это будет очень красиво и оригинально. Так, дальше это нужно снять и посмотрим еще один комплектик. И осталась еще одна коробочка розового цвета, еще и с перламутром. Извлекаем из чехольчика саму коробочку. Здесь все у нас очень аккуратно упаковано. И внутри красота. Под серебро, жемчуг и кристаллы. Здесь у нас гвоздики и цепочка с кулончиком. Очень красивый наборчик. Сейчас покажу вам его поближе. Так. Цепочка такая тоненькая, тоненькая, просто прям малышка, тоненькая и маленькая. Сейчас я цепочку одену, чтобы вы посмотрели, какая у нее максимальная длина и минимальная, то есть маленький есть такой разбег в виде дополнительной цепочки. Вот это самый маленький вариант, а если сделать подлиннее, то есть на край прям цепочки дополнительной, то получается вот такой размер. И такой же гвоздик, то есть кулончик и гвоздик, они абсолютно одинаковые, повторяют друг друга. Вот так вот это будет нежно, по-девичьи, очень по-девичьи. И еще я вам покажу новые очки геометрической формы, которые без оправы, классно сделаны. Цвет очков такой коричневато, даже не могу сказать, да, такой коричневатый оттенок.
Вау, они мне очень нравятся, кстати, просто обалденные такие, нестандартная форма, такие оригинальные, я хочу такие очки, сидят бесподобно, вот я их сейчас, я их вообще не чувствую, не давят, на переносице классно сели, ну кстати, если я их, конечно, поношу, может быть, час, я поменяю свое мнение, но сейчас вот первое впечатление очень комфортное, сели сразу классно, цветопередача обалденная, и кстати, у всех очков Oriflame всегда очень высокое качество линзы, я много лет уже пользуюсь в основном только очками Oriflame, всегда комфортно и на море, когда безумно яркое солнце, и в городе, то есть в любой обстановке в этих очках всегда классно, очень мне нравятся очки. И еще один аксессуар, который приходит в таком красивом серебристом чехле, такой маленький оригинальный, и я уже понимаю, что здесь маникюрный набор, кстати, есть надпись Oriflame, на кнопочку нажимаем, да, внутри 4 предмета: ножнички, щипчики, пилочка и специальное приспособление для того, чтобы почистить ноготок и оттолкнуть кутикулу. То есть все лаконично, все, всего достаточно. И хочу посмотреть по качеству. По качеству. Потому что иногда бывают ножнички хлюпенькие такие. Нет, эти нормальные ножницы. Нет, не хлюпкие, очень хорошие. Хорошие. Сцепление. Так, и заодно уже посмотрю щипчики. Кстати, я такими не пользуюсь, но у меня пользуется Миша всегда такими щипчиками. Да, классные, такие маленькие, миниатюрненькие, просто супер. Вот такие у нас аксессуары. Я считаю, что коллекция достойная, есть что выбрать и на любой вкус, и на любой случай жизни. Да? Что-то можно облегченное, что-то более вечернее и так далее. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вам понравилось на мне, что бы вы рекомендовали мне приобрести. Спасибо огромное за внимание и до новых встреч. Оставайтесь на нашем канале. С вас лайк, если видео полезно. Пока-пока!